Сегодня праздник моих друзей, учителей. Большая удача встретить в жизни педагога, который станет другом и наставником. Учащимся Лесногородской школы повезло. Примером для них стала Елена Дмитриевна. Путь в профессию начинала в детском саду. 8 лет проработала инструктором по физкультуре, потом перешла в школу. В числе ее подопечных не один десяток учеников, в том числе и собственная дочь. Я у нее вела физкультуру, и она всегда говорила: «Мама, мне так тяжело, когда мама учитель, потому что приходишь домой, ты сразу говоришь: так, я в журнал зашла, посмотрела, почему сегодня 4 получила, ты чего не выучила?» Я говорю: «Вот из-за этого мне было всегда тяжело». А так у меня с дочкой прекрасные отношения. Весь год, посвященный педагогу и наставнику, в школе рассказывали о профессионалах своего дела. Пришло время подвести итоги большого проекта и назвать имена лучших. Ирина Владимировна раньше играла в волейбол в команде «Заречье». После решила связать свою жизнь с педагогикой. 22 года в одной школе, как в команде, прошли незаметно, признается учитель. Да каждый день как новый день, не день сурка. То есть все время все по-новому. Каждое поколение меняется. Уже как бы, которые первые мои выпуски привели своих детей. В тандеме Ирина Погонина и Елена Хатинович не только участвуют во всех конкурсах, работают над проектами, но и ведут классное руководство. В этот раз поддержать любимых учителей пришли их дети и выпускники. У нас сегодня учитель-наставник, так как я выпустила класс с 5 по 9, вела потом 10-11, то есть 7 лет я была с детьми. И те, кто педагоги долго работают в школе, да, и ведет классное руководство вот с 5 да, по 11, вот сегодня будут про нас говорить. И не просто говорить, но и благодарить. За любовь к детям, за бесценный труд и, конечно же, за умение найти подход к каждому ученику. Проект и завершился, но традиция рассказывать о лучших педагогах школы осталась. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».